день, дорогие друзья. Рады приветствовать вас на домашней арене клуба Crystal Palace. Состав хозяин. Тактических сюрпризов сегодня не предвидится. Традиционные 4-4-2. Тренер выбрал проверенную схему. Власик. Number 7, Maximilian Meyer. Number 15, Jeffrey Schlupp. В полузащите сформирован мощный атакующий кулак. Обороне соперника сегодня будет очень непросто. Добрый день, дорогие друзья! Рады приветствовать вас на домашней арене клуба Crystal Palace. Состав хозяин. Тактических сюрпризов сегодня не предвидится. Традиционные 4-4-2. Тренер выбрал проверенную схему. Власик. Number 7, Maximilian Meyer. Number 15, Jeffrey Schlupp. В полузащите сформирован мощный атакующий кулак. Обороне соперника сегодня будет очень непросто. Добрый день, дорогие друзья! Рады приветствовать вас на домашней арене клуба Crystal Palace. Состав хозяин. Тактических сюрпризов сегодня не предвидится. Традиционные 4-4-2. Тренер выбрал проверенную схему. Власик. Number 7, Maximilian Meyer. Number 15, Jeffrey Schlupp. В полузащите сформирован мощный атакующий кулак. Обороне соперника сегодня будет очень непросто. Добрый день, дорогие друзья! Рады приветствовать вас на домашней арене клуба Crystal Palace. Состав хозяин. Тактических сюрпризов сегодня не предвидится. Традиционные 4-4-2. Тренер выбрал проверенную схему. Власик. Number 7, Maximilian Meyer. Number 15, Jeffrey Schlupp. В полузащите сформирован мощный атакующий кулак. Обороне соперника сегодня будет очень непросто. Добрый день, дорогие друзья! Рады приветствовать вас на домашней арене клуба Crystal Palace. Состав хозяин. Тактических сюрпризов сегодня не предвидится. Традиционные 4-4-2. Тренер выбрал проверенную схему. Власик. Number 7, Maximilian Meyer. Number 15, Jeffrey Schlupp. В полузащите сформирован мощный атакующий кулак. Обороне соперника сегодня будет очень непросто. Матч начинается. Штрафной удар. Арбитр пока не торопится раздавать предупреждение. Атака остановлена, но кто получит мяч? Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Тосун. Гильфи Сигурдсон. Нелег мяч на ногу, выше ворот.